Да, показываю. Вот такие вот штуки я имею. По-моему, оно сделано из риса. Я уже не помню, да. Насколько помню, из риса делается. Вот, и в них можно заворачивать разные овощи. Это мы давно-давно покупали, еще года 3 назад, до сих пор я не использовала. Вот такие вот они спокойно можно раз, оно ломается. Они поломаться могут, поэтому так аккуратненько. Они такие, так сказать, тончайшие, там, я не знаю, сколько меньше, чем здесь много таких штук. Вот, таких вот, как их называют, не знаю. Значит, показываю. Упала. Берешь эту штуку и прям под воду мочишь. Намочила. Она сейчас полежит сама, и она будет такая. В нее можно будет заворачивать. Пока она твердая, в нее невозможно ничего заворачивать. То есть она должна быть мокрая. Вот такая, не знаю, как называют. Вот. Вот так вот. Вот такая твердая лепешку берешь, да, и под воду. Заворачиваю. Она полежит, она становится мягкой, и в нее можно все заворачивать, все что угодно. Хочу завернуть свежие капусту и с мясом вегетарианским. Там должно быть понравиться. Вот. Вот, я завернула. Оно когда полежало, оно вот становится такая прямо, ее можно заворачивать. Уже аккуратно, пока не засохло, все завернуть. Вот такая. Сюда завернула капусту, вегетарианское мясо. Ну вот, приготовила я 3 штуки. Положила капусту свежую, нашинкованную, и вегетарианское мясо. Должно быть очень вкусно. Вот. Они вот уже такие, как сказать, стали сухими. Вот. Вода испарилась. Вот. Только я приготовила последнее еще, она не сухая. Вот такие штуки. Это вообще раз для тех, кто хочет худеть, так сказать, ни хлеба, ничего. Раз поел, как я не знаю, как что.